Вовремя увидеть и остановиться. Световозвращающие элементы – яркие сигналы для автолюбителей. Они позволяют с ближним светом фар заметить пешеходов на расстоянии до 200 метров, а с дальним – до 350. Для водителя это 25 секунд для принятия решения, которое поможет не допустить трагедии. С начала года на территории республики произошло свыше 100 наездов на пешеходах, в результате которых 93 человека получили травмы различной степени тяжести и 4 скончались. Как показывает анализ, основная часть дорожно-транспортных происшествий с погибшими пешеходами произошла в темное время суток. Поэтому госавтоинспекция совместно с МЧС со студентами Хакасского политехнического колледжа организовали флешмоб по популяризации использования световозвращающих элементов. В свете фар ребята исполнили зажигательный танец, показав, что проблему безопасности на дороге может разрешить светоотражающий элемент, предотвратив ДТП и сохранив жизнь. Константин Аникин, Зураб Кабахидзе, новости.